стресова ситуація поселилася тут у нас, з нею потрібно боротися, паніку відставляти. Тому до нашої розмови у студії вже Донбас Лайт ми долучаємо Олену Ніколайчук. Вона тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС у Луганській області. Олено, вітаю вас у студії. Давайте спочатку розберемося трошки в природі стресу, взагалі, що то таке. И паники, да? Стресс – это реакция организма на то, что происходит непонятного, на то, что происходит опасного. В то же время паника – это такая же реакция организма на какую-то определенную угрозу. Паника сопровождается волнением, тревогой, чувством острого страха. И если мы с этим не будем бороться, она нами завладеет и будет, ну, достаточно печально. Окрім того, ми можемо отримати, правильно розумію, не лише психологічні проблеми, а стрес – чинник, який потім перебігає в різні хвороби фізичні. Да. Тобто психосоматику ніхто не відміняв. Зі стресом нам обов'язково потрібно боротися. У неділю ми всі отримали сумні звістки. Спочатку про те, що захоплені наші кораблі, ввечері країну спіткало те, що, можливо, вже завтра буде введено воєнний стан. І от нарешті вчора, близько 22-ї, ми почули таку сумну звістку. Що можете сказати? Ось яка реакція організму спіткала, я впевнена в тому, що майже всю країну? Ну, вы знаете, не знаю, это хорошо или плохо, но, к сожалению, наша Луганская область живет уже 5-й год в состоянии этого стресса. И, опять же, наверное, к сожалению или к счастью, именно наши люди уже каким-то образом к этому адаптировались и понимают, как, что с этим делать и как с этим бороться. Вот. То, что касается именно борьбы со стрессом и с паникой, что я хочу сказать, то, что мы можем сделать для себя, допустим, сиюминутно и вот сейчас, здесь и сейчас. Если мы услышали какую-то новость, которая нас, ну, грубо говоря, взволновала, обескуражила, что мы можем сделать? Первое. Успокоительный чай, мята, мелисса, желательно не употреблять много кофе. Потом, допустим, то, чем занимаюсь я и очень люблю дыхательные техники. Допустим, такое упражнение называется квадратное дыхание. 4 секунды мы делаем вдох, 4 секунды пауза, 4 секунды выдох, 4 секунды пауза. И достаточно действенно. Есть еще такой метод заземления. Допустим, вот вы находитесь одна в комнате, вы сели, осмотрелись, что мы делаем? Мы глазами находим 5 вещей, которые мы можем увидеть. 4 вещи, которые мы можем притронуться. 3 вещи, которые мы можем услышать. 2 вещи, которые мы можем понюхать, и 1 вещь, которую мы можем попробовать. То есть это отвлечься, мы максимально отвлекаемся. Но это я говорю о том, что здесь и сейчас мы делаем. Да? Также мы можем заняться какими-то физическими активностью, спорт. Ну и для женщин, конечно, ну и для мужчин, я думаю, тоже никто не отменял бытовые вопросы, стирка, глажка. Заняться собой какими-то справами. Да. Это то, что здесь и сейчас, чтобы максимально снять чувство стресса и паники. Ну, а в долговременной, так сказать, позиции, что нужно сделать, это, конечно же, фильтровать все новости, которые мы слышим, и не переедать информацией. То есть просто мы не можем відрізати себе від інформації, бо нам все одно її потрібно так звідкись брати, мы будем дивитися телевизор, навіть не дивлячись на свій страх. Так, но нужно это делать с умом и не сидеть постоянно возле телевизора или возле Тож, ленты як новостей. Тож, как виховать эту стойкость до новой? Бо все одно они будут идти, и думок много, мы сегодня уже почули, дуже много думок, я пессимистичні, я оптимистичні. Фильтровать для себя и включать логику, включать прагматизм, что, ну, к сожалению, от нас с вами мало что зависит, да? И, как мы сегодня уже говорили, что мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, и если мы не можем ее изменить, мы меняем свое к ней отношение. Включаем логику и логически настраиваемся. Кому легше, дорослим чи дітям? Бо я впевнена, що вислів «воєнний стан», він пролунав у багатьох родинах українців вже в неділю, діти це почули, а війна це вже похідне від воєнної війни, це вже щось погане, вже дитина розуміє, що це щось недобре. Як бути з дітками? Ребенок защищен тогда, когда он видит, что его родители спокойны и говорят ему о том, что пока
ну, не то, что пока, ты со мной, я тебя люблю. Очень важно тактильное ощущение. То есть для спокойствия ребенка нужен спокойный родитель. Это априори. Чаще детей обнимайте. Даже если вы не можете обнимать, держите просто за руку. Гладьте по руке. То есть, ну, наверное, ребенку легче, когда спокойный его родитель. Взрослые более глубоко понимают все проблемы, которые несут за собой определенная ситуация в стране. Детям проще, если их родители спокойны и, ну, как сказать, уравновешены. Тобто все ж таки потрібно розпочинати із себе, із дорослих, бо від нашого стану буде залежати зараз стан нашої дитини психологічний. Літні люди, особлива категорія зараз, вони все сприймають іще більш гостріше, ніж ми з вами, бо вони перші впадають у паніку. Як нам бути із нашими бабусями та дідусями? З ними, так же, як з дітьми, розмовляти, об'ясняти, стараться призывать к здравому смыслу, не бежать скуповывать сахар, спички и гречку, потому что, ну, нехватка продуктов происходит из-за того, что действительно появляется ажиотаж. И, ну, я не думаю, что есть какие-то предпосылки к тому, что мы останемся с вами без спичек, гречки и всего остального. Призывать к здравому смыслу, объяснять, и опять же, особенно это касается пожилых людей, по возможности все-таки ограничивать доступ к непонятной информации, какой-то фейковой информации, потому что действительно они очень падки на это, они сразу паникуют, у них сразу начинается, ну, не, они не знают, как себя вести в этой ситуации. Поэтому, опять же, от нас, взрослых, и зависит состояние психологическое и наших детей, и наших родителей. Поэтому... Звернутися до центру ДСНС можно мешканцям Луганщины? Так, 101. Якщо все ж таки ми відчуваємо, що вже не витримуємо цієї ситуації, яка навалилася зараз на нас, то ми можемо звернутися до ДСНС. Так. Я дуже вдячна, що ви сьогодні долучилися до нашої розмови, розповіли нам, як тримати себе в руках, як вийти із цього стресу. Нагадую, що сьогодні з нами була Олена Ніколайчук, психологиня, а також тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу психологічної служби ДСНС у Луганській області.